На чеку. Нет такого журнала «На чеку». Может, это не армейский журнал вовсе, а МВДшный. Фу. Название такое еще. Алло, подполковник Староконь. Зубова, будьте добры, подполковника. Алло, Николаевич, привет. Да я, это я. Слушай, у меня к тебе один вопрос. Ты сказал, что журналистка приедет, да? Ну да, 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 да. Как называется журнал? Ты все-таки на чеку. Да я помню, помнишь, что ты говорил? Да вот только нет такого журнала, понимаешь? Нету, не припомню. Да и в подшивках нет. Да смотрел я везде. Ладно, извини, что оторвал. Давай. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Подожди. Слушай, а когда она приедет? Тоже не знаю. А что там в штабе, знаете? Да ладно, я шучу. Давай, пока. Не знает. Подполковник Староконь. Чего тебе, Сидоров? Что? Где женщина? На КПП? Уже ждет? Все, скажи, иду, да. Он скиты бог. Извините, товарищ подполковник. Ерунда. Сидоров, где эта женщина? А, так а вон она пошла, не дождалась вас. А. Журналистка? Какая журналистка? Это соседка. Чья соседка? Наша. Да живет тут не, рядом с нами. Приходила насчет того, что мы шумим по ночам, она спать не может. Ну, помните, вчера у нас техника ночью по учебной тревоге выезжала. Вот она... Сидоров, ты что, охренел меня из этой ерунды выдергивать? Так она к вам приходила, товарищ подполковник. А что, мало ли кто ко мне приходит. Надо спрашивать, кто, зачем, возраст, пол, цель визита и так далее. Понял? Вопросы есть? Есть, товарищ подполковник. А вы журнальчик не дадите почитать? Просто не дам. Скучно. Скучно. Я сам еще не читал. Он свежий, только пришел. 2002 год. А как и ты думал? Пришел. Да. Вот так у нас почта работает. Товарищ полковник, а у вас там пятно. Пятно? Пятно, говоришь? На, смотри. Это не пятно. Это рана открылась. Я ведь стажировался в кавалерии. Помню ночь. Не видать низги, ни звездочки на небе. А мы идем на сопку. Нас поддерживают вертолеты. И вдруг как шашкой рубануло. Нифига себе. Сидоров, ты когда пострижешься? А то я сам пальцами тебе все повыдергиваю к чертовой матери. Вот такой должен быть.